то, что ты сейчас вот смогла выйти спеть, я тебе отдаю должное, это чувствовалось, да? И это твоя история давлеет надо мной, и в этом смысле я не очень адекватно могу оценивать твое пение, которое, на мой взгляд, в песне «Summertime» можно было показать интереснее. Голосуем. Я бы очень хотел, чтобы наше голосование никак не зависело от ситуации, с тем, как мы сопереживаем. Обязательно, никак не должно зависеть. Поэтому, пожалуйста, давайте на секунду хотя бы абстрагируемся и проголосуем, как за человека, который войдет в одну из наших команд в следующих этапах. Видим ли мы его дальше в развитии в шоу X-Factor? Пожалуйста, я говорю нет. Алла, я скажу так. Спасибо. Марьям, я говорю вам нет. Спасибо. Марьям, я хочу сказать тебе, что если есть малейшее зерно и возможность петь везде, там, где враги, там, где плачут, там, где любят, там, где ненавидят, там, где можно петь, потому что действительно музыка это честно лечит и освобождает душу. Спасибо вам за этот теплый прием, за то, что вы для меня лично сделали. Я вас всех люблю. Реально очень люблю. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам за все. Даже честно, у меня был в Виннице концерт, и перед концертом я просто почувствовала, позвонила, и мой дедушка, мой любимый дедушка умер. Я вышла, я спела самый лучший концерт, мне кажется, потому что, ну, было кому это посвятить. Здравствуйте.